Сразу же пробежимся по этой карте. Карта достаточно маленькая, то есть вот можно ее посмотреть. Вот здесь вот стартует одна команда, здесь стартует, соответственно, другая команда. В середине находится домик. Очень плотная карта, с одной респы на другую можно стрелять и снайперки. И, по сути, художник здесь стал суперснайпером. Вон там вон уже находится респа. Сейчас мы зайдем вживую попозже с другими игроками. Вот здесь вот находится не там. А вот здесь уже находится респа противника. И очень удобно, например, заняв там или сидя, или лежа, заняв соответствующую позицию, очень хорошо можно настрелять. То есть вчера я даже вышел и настрелял 10-0. Красиво, опять же, на самом маленьком разрешении, достаточно красивая, хорошая графика у меня здесь. Вот, и пробежимся по карте. То есть, вот здесь вот такой у нас карьерчик, правда, сюда. Ай, вот так вот не спрыгнешь, то есть ты сразу помираешь, прыгать, пролазить по горам мы, соответственно, не можем и не умеем. Все ограничено вот этим самым заборчиком. То есть пробегаем, в основном штурмовики с автоматами, с дробями и с прочим заходят в вот этот домик, но также в этот домик заходят и у нас снайперы. Вот здесь вот уже находится респа врага. Сейчас я воскрешусь и с этой стороны, вот здесь она, соответственно, обижать, конечно, ну сюда вы вряд ли прибежите, вот здесь вот уже находится респа врага. И, соответственно, да, видите, опять же, вот тот самый прострел. Вот это вот очень мне нравится здесь позиция. Очень шикарная вот отсюда вот. Настреливаю огромное количество народу. Вон там вот уже. Вот этот самый домик, до которого мы добежали. Вот этот домик, первый, второй этаж. Захватывает вот по очереди, захватывает, бьются все тут стекла. И та у нас команда периодически здесь, да, такие жесткие ближние бои происходят. И на автоматах, и на пистолетах все стекла бьются. Можно засесть здесь также и со снайперкой. Открываются двери, можно пробежать здесь, засесть хорошо со снайперкой. И также колбасить респу врага и с этой, и с другой стороны. То есть разбив все стекла, можно с автоматом здесь посидеть. И можно даже зайти и вот сюда вот... И в эту часть домика. Ну, то есть, очень-очень-очень интересно. Открываются все двери. То есть, заходите в любую, да, часть домика. Но я немножечко не добегаю, не успеваю я добегать. Убивают меня по дороге в этом домике. Ну, видите, красивая графика всякая. Валяется куча всякого барахла. Вот. Ну, карта, да, то, что достаточно жесткая для тренировки, для стрельбы. Просто потрясающая карта. Вот, советую тоже на ней выходить, тренироваться. Вообще, вот эти все командные карты здесь очень классные. И сейчас мы зайдем на эту карту «Домик в лесу» с другими игроками. То, о чем я говорил, снайперка, правда, здесь я еще не нашел. Вот там вот уже, вон, видите, соответственно, уже находится респа противника. Ух ты, блин. Вот так вот попадаем мы. Снайперка здесь, я обратил внимание, действует в движении, очень неточно стреляет. То есть попасть в движение практически нереально со снайперки. То есть надо с нее стоять на месте. У меня там позиция, мне нравится вот за той травкой. Вообще не видно. Да? Вот так вот можно тут настреливать. Вчера настрелял я 10-0. Было очень даже приятненько. Так, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот где-то так вот. Вот так вот можно тут настреливать достаточно неплохо со снайперки. Магазин пуст. Да, согласен. И посмотреть даже, что у нас там в домике творится. Что у нас там в домике ребятки вытворяют. Наши, не наши. Кто там у нас? Кто с этой стороны пошел, да? Да, вон они вышли. Ну, можно пробежаться, конечно, и с автоматом уже. То есть уже со снайперки немножечко настрелял. Ох ты, прям как у него макушечка-то торчала. Ой ты, блин, нет, это не я попал. Это кто-то вот меня уже поймал. Ну, пятерых тоже неплохо. Итак, и посмотрим, мы сейчас побегаем, попробуем с автоматом. Ну, с автоматом, не знаю, для меня тут немножко сложновато было с автоматом ходить. Потому что, опять же, очень здорово здесь. Ой-ой-ой-ой-ой.
Вот, очень здорово здесь принимают, ну, такое плотное, жесткое, да, вон, смотрите, даже, по-моему, ну, это из дроби, с дроби тут хорошо, да, да. Сразу отстреливать туда снайперов, вот, видите, у нас ловят уже снайпера. Вот. Врага. Где у нас там? Побежали. Давай, в прикладку, в приляжку, блин. Ага. Ой-ой-ой, откуда меня там колбасит? Да, спасибо, здравствуйте. Ну, я говорю, блин, как-то мне сложновато немножко здесь пока разобраться вот с этим ближним боем. Очень тяжело, потому что ловят очень много со снайперов, ловят. Да, прям здесь. Вот он. Это кто у нас тут? Ну, тут с дробью. Чувак с дробью просто невышибаемый. Ой, кто-то даже залез на крышу. Ну, вот это я пока не знаю, как там на крышу залезать. Да, очень интересно. Как на крышу залезать, да? Ой, сколько тут оружия валяется. Ух ты, сколько тут всего. Ай-яй-яй-яй-яй. На перезарядке. Ну, вот такая вот у нас плотная карта, да, видите, вот там вот респа врагов находится, собственно, и со снайперки можно очень весело тут, очень можно весело настреливать. Нет, 26. Надо было с прицела, ну, со средней дистанции, естественно, надо ловить, конечно, с прицела. Там тут бесполезно что-то, снайперы ловят, да, капитально, тут вообще выходить тяжко. Угу. А вот так спокойной вот мы ночи. Спокойной ночи пожелали. Ой, ты ё. Наши. Перезаряжаемся. Да, здрасте, спокойной ночи. Ага. Что там? Туды твой налево. Ну вот такая у нас карта. Домик в лесу. Шикарная карта, шикарная игра. Давайте, ребята, и остаемся мы. Подписываемся на канал, заходим на стримы, ставим лайки, пишем комментарии. Всего вам самого-самого наилучшего. С вами был художник. Пока-пока.